На помосте омского велотрека сегодня соревнуются сильнейшие аэробисты со всей страны. Омской области в очередной раз доверили право проведения престижного турнира «Кубка России». Перед спортсменами стоит задача не только успешно презентовать свою программу так, чтобы судьи не нашли поводов поставить низкий балл. Все атлеты, которые соревнуются, претендуют еще и на право попасть в первый состав национальной сборной, которая будет защищать цвета российского триколора уже на чемпионате Европы в Португалии. Эти два играют с отборными для чемпионата Европы, который состоится через месяц. Вот сейчас все приезжают, показывают, сколько люди в форме находятся. Будет формироваться команда уже. Кубок России по спортивной аэробике – первые соревнования после летних каникул. На традиционных сборах ребята обновили программы. Бригада арбитров с большим интересом следит за исполнением элементов. В исполнении смотрится частота исполнения элементов базовых шагов, переходов, соединений. В артистичности смотрится артистическое мастерство, программа, музыкальность, в парах, в тройках, групповая работа. Сложность оценивается сложность элементов. Есть сложность элемента от 0,1 до балла. Выполненный элемент оценивается его сложность, которая стоит в таблице сложности, и суммируется. 22 балла – наивысший результат у аэробистов. Не всем, конечно, удается безошибочно выступить, а тем, кто все-таки сумел преодолеть собственное волнение и доказать судьям, что достоин защищать честь страны на международных помостах, дадут немного времени на отдых, чтобы уже на чемпионате Европы они с новыми силами начали соперничество за медали соревнований. Аэробика, конечно, очень динамичный вид спорта, очень физически сильный. И чтобы там выступать, конечно, нужно иметь очень большую физическую форму. А в прошлом году мы приобрели помост. У нас есть свой профессиональный помост, на котором сейчас выступают ребята. Ну и мы надеемся, что на следующий год мы будем снова просить чемпионат России, а может быть, замахнемся и на чемпионат или Кубок мира. Индивидуальные упражнения, смешанные пары, трио, соревновательных видов, в которых можно было заявить о своих силах, у аэробистов было более чем достаточно. В самом престижном первенстве, групповых упражнениях, триумфаторами стали омские спортсмены, занявшие первое и третье места –